В России может произойти новый мятеж, который россияне поддержат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News. Есть сигнал, что в России может быть мятеж, может быть революция. Восстание Пригожина выявило слабость путинского руководства, нехватку военной силы внутри РФ и незащищенность российского населения, добавил Зеленский. Комментируя слухи о том, что вагнеровцы якобы могут атаковать Украину с севера, президент выразил уверенность, что этого не произойдет. Вооруженные силы Украины продолжают успешные наступательные действия, украинские военные продвигаются. И когда Украина выйдет на границу с оккупированным Крымом, это может вынудить Путина искать диалог с цивилизованным миром, отметил Владимир Зеленский. Что касается оккупированных территорий, украинский президент сказал, что никогда не согласится уступить оккупантам какую-либо территорию Украины.